На первый взгляд, обычная незамерзайка для автомобиля может стать опасной, даже если использовать ее в соответствии с инструкцией. Об этом предупредили сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области. Как правильно выбрать стеклоомывающую жидкость для машины, расскажем в следующем сюжете. Многие водители уже очистили бачок для омывающей жидкости от воды. На смену ей приходит незамерзайка. Ее часто продают на обочинах, заправках или в обычных магазинах. В качественном составе может быть использован изопропиловый спирт, пропилен или этиленгликоли, моющие вещества, ароматизаторы и красители. Определить качественную жидкость довольно просто. Достаточно ее понюхать. Изопропиловый спирт имеет неприятный резкий запах, напоминающий ацетон. Его отсутствие может означать использование крайне опасного метилового спирта. Он является сильным токсическим веществом кумулятивного действия, направленного в основном на сосудистую нервную систему, зрительные нервы и сетчатку глаза. Употребление или вдыхание паров метилового спирта приводит к острым отравлениям с летальным исходом. При выборе незамерзайки в Роспотребнадзоре рекомендуют обращать внимание на крышку канистры с жидкостью. Она должна быть качественной. Также стоит обратить внимание на наличие маркировки и этикетку, где должна быть указана вся необходимая информация. Логотип и адрес производителя, название продукции, ее назначение и состав, сроки производства и годности, а также меры предосторожности. Состав: дистиллированная вода, спирт изопропиловый, этиленгликоль. Маркировка соответствует требованиям санитарного законодательства. На каждую марку жидкости у магазина должен иметься сертификат качества. Документ можно запросить.